Всем привет! Продолжаю выживать в тропическом острове. И у нас по заданию продержаться в течение дня. Весь день я бегал, собирал ресурсы. Вот наступила ночь. Что тут у нас? Темно, луна высоко, до утра далеко. Ну, думаю, надо поспать, чтобы быстрее прошла ночь. И может дадут новое задание. Поспали, да. Вот мне дали новое задание. Найти убежище Ника. Смотрим на точку, где у нас тут задание показывает, подсвечивает. И побежала к Нику. Осталось немного. Почти добежал уже. Вот она речка. Надо водички попить. Не, я думаю, сначала заправлю бутылку водой. Пускай наберет с собой. Надо всегда водичку носить. Пригодится. Ага. Бутылку заполнил. Сейчас посмотрим. Вот она, полная. Можно попить. Но пить не буду, лучше с речки попью. F нажимаем. И... И вот он. Попил. Вот полная шкала воды. Ну что, побежали дальше. А то Ник заждался нас. Олень. Симпатичный остров. Да и игра неплохая, хоть сюжетной линии, но большой открытый мир. Так, что у нас тут будет? О, Ник говорит, надо отправиться на другой остров. И поискать что-нибудь там интересное. Ну давай, Ник, отправимся на другой остров. Вот и задание. Перейти на средний остров. Побегу к своему плоту и поплыву. А вот и наш остров по заданию. Осталось чуть-чуть. И доплыву. Плыл долго. Смотрите, такой красивый островок с водопадами. Симпатичное. Сейчас подплыву. Осталось совсем чуть-чуть, сколько там, 50 метров вроде показывает. Что-то в этом роде. Ну, все, приплыли. Плот врезался. Мир подводный тоже прикольный, красивый. И теперь нам нужно туда забраться. Ага, не получается. Вот он. Здесь получилось. Тут такие джунгли непроходимые. И что же нам... нас там ждет? Тупик. Смотри, блин. Почти дошел. Где тут проход-то? Ага, вот проход. О! Здесь какие-то колонны. И опять видеозаставка. Да, какие-то руины. Откуда они здесь? Непонятно. Что такое? Блин, а? Леопарды. И что же делать? А, единственный выход — спрыгнуть прямо в воду. Ну, вперед! Блин, а? Чуть об скалы не поцарапался. Ну и в чем прикол был? Приплыл на остров, посмотрел на развалины, убежал от леопардов. И задание нам — вернуться на главный остров. Ну что, тогда опять на плот и на главный остров поплывем.
Так, у меня тут осталось немного еды. Надо, наверное, перекусить. А потом в путь. Краба жареного съем. Этого достаточно будет. Ну что, поплыли опять домой. Опять заставочка. Так, несколько дней спустя. И что нас тут ожидает? По возвращению на основной остров мы наблюдаем вот такую вот картину. И нафига мы туда лезем? Что мы тут должны увидеть? Ну, давай, дружище, быстрее иди. Я ничего не вижу. О, май гад, это бот. О, корабль. We saved. Yes, finally. Мы увидели корабль. Так, по заданию нам стало сообщить Нику, что я видел корабль. Ну, вперед. О, расстояние приличное. Бежать далековато, еще и горы, скалы. Как бы тут не упасть и не разбиться. Аккуратненько. Кабанчик бегает. На горах, что он тут забыл. В горах тут тоже симпатичненько сделано. Ну, какой проход. Вообще, я люблю выживалки. С сюжетной линии первый раз, в принципе, играю. Ух ты. Какое красивое озерце. Сделаю скриншотик. Выложу потом. Ой, я думаю, здесь можно разбиться. Лучше тогда оббегу. Мост какой-то из дерева. Ладно, побежали дальше. Пока до Ника доберешься, уже и вечер наступил, и дождь вовсю льет. Тропический ливень, наверное. Вот я и добежал до Ника. А где же Ник? Ник, ау, куда он делся? Интересно. Ник, Ник. И где же Ник? Смотри туда, куда? Как-то жутковато. Сейчас как выскочит кто-нибудь. А, Ник, вот он. Hurry up, follow me. Let's move on. There's a boat. Ну, скорее побежали, а? Корабль увидел со скалы. Бегом за мной. Здесь был корабль, но его сейчас нет. Это галлюцинации. Возможно, галлюцинации были. Так, вот нам
очередное задание дали. Найти грибы для супа. Зашибись. Так, что нам еще дали? Нам дали огород, смотрю. Планд-зону. Вот он, огород. Хорошо. Что у меня тут есть? Семена томата посажу. Семена папайи. О, ачивочка вылетела. Вот, насажал. Все, что было. Точнее сказать, что нашел на острове. И полью их водой. Там было написано, что надо водичкой полить семена. Ну, правильно, не польешь, как они вырастут. Все, полил, будем ждать, когда они вырастут. О, мандаринок покушаем, кокосиком закусим и побегим искать грибы для супа. О, сработало. Сработала моя ловушка для животных. Смотри, поймался олень. Отлично, с него мясо набрал, пожарил. Ну что, о, семена томата. Это я бегу, как видите, за грибами для супа. Будем суп грибной варить. Так, здесь у нас речка. Прыгать мне нет варианта. О, вон впереди вижу бревно лежит. Думаю, сможем по нем перебраться. Аккуратночка. Ага. Отлично. Перелезли. И быстрее за грибами. Супчика хочется. О, шампиньончики. Сделаю скриншотик тоже. Шампиньоны уже порезанные. Кто же их нарезал? Ничего себе, какой потрясающий вид отсюда открывается. Ай! Что такое? По-моему, мы чуть не упали, за что-то зацепились. Так, позвать на помощь друга. Нажал я. Джек, помоги мне! Джек! Где Джек? О! Зашибись! Вот он. Дождь начался, и Джек вовремя прибежал. Так, давай мне руку, а то упадем. О, спасибо, Джек. That was close. То есть не Джек, Ник, спасибо, выручил. Так, опять грибы собрал. И опять по заданию перейти к Нику. Что мы все время бегаем? То к Нику, то от Ника. Кокосы похавал. Где наш Ник? Ну и что ты мне в очередной раз расскажешь? Yeah, sure. О, он говорит, что там есть остатки его судна. Попробуем туда проплыть и его осмотреть. Ну, поплыли. Я управляю судном, нашим плотом. А Ник вот он сидит и бездельничает. Что там, долго плыть? О, сейчас дождь начнется, град. Не, просто дождь. Ну и где наше место с судном? Ага, вот, прямо под нами затонувший корабль. Будь осторожен. Будем его сейчас следовать. Ага.
Вот она, лодочка. По заданию плывем туда. Вот я думаю сюда, наверное, да? Ага. Так, у нас здесь ящик и банданы. Ну, банданы мы можем и сами скрафтить. Зачем мы сюда плыли? Ой, блин, что такое? Не понял. Что случилось? Ага. Застряла. Постараться вытянуть ногу или постараться позвать на помощь. Ну, конечно, вытянуть. Как Ник услышит, что я застрял? Написано, если вы вытащите ногу, то вы ее пораните. О, кровь была. Рассказываем Нику, что нога застряла, поранился, и ему нужно теперь отдохнуть, полежать несколько дней. Соленая вода ухудшила его состояние, ну, значит, отдыхаем. На следующий день. Что там было написано? Джек, это самолет? Не понял. Пройдите в приют. Побежали к себе домой. Посмотрим, что там было. Ну, что нас здесь ожидает? Точно, самолет летит. Мимо пролетел. Побегим, Нику расскажем, что видели самолет. Скину лишние вещи. Место нам пригодится. Банданы. Три штуки нам не надо, одну оставим с собой. Огород еще не вырос. Ну и что? Побегим мы к Нику обратно. Сообщим, что самолет видели. Осталось совсем чуть-чуть, почти прибежали. Где-то Ник. Ага, вот она. Did you see it? А, он yeah, тоже его видел. Only there to light the fire. You go up there and do the same after me. More smoke means more chances for us. Ник предлагает развести два костра сигнальных. Ну, раз предлагает, так мы и сделаем, наверное. Да, нам дали задание сделать кострище. Побежали делать костер сигнальный. Водичка у нас полная, пить не будем. Ага, нам нужно забраться на ту большую гору. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Почти добежали. Я так думаю, прибегим, надо будет еще это костер еще сделать. Пособирать ресурсы. Но я по пути собирал палочки, веточки, листья, пальмы. Ага, вот задание костер сделать. Хорошо, хоть я собрал, как и говорил. Все у меня есть с собой. Ого, костер какой из зеленых листьев, как же он загорится. Come on, Nick, come on. Ну, а Ник не зажигает. Where is he?
что случилось? Так, поджечь костер и спастись. Узнать, что случилось с Ником. Ну, конечно же, узнаем, что с Ником случилось. Что ж, мы будем друзей в беде бросать. О, и нам ачивочка вылетела, друзья. Красивый вид отсюда. А что же случилось с Ником? Надо быстренько бежать. Смотреть. Тут мы рядышком совсем. Кстати, бегая по джунглям, на земле находим очень большое количество всяких фруктов. Манго, персики валяются, даже помидоры, откуда не знаю, они здесь взялись, но я и помидоры находил. Так что пропитания здесь хватает. Ну, почти добежали. Также здесь можно встретить леопарда. Я одного встретил, и он меня сожрал. Поэтому аккуратней в лесах. Что случилось? О, блин. Ник в крови, на него напал леопард. Как я и говорил, в лесах леопарда, осторожно. Постараюсь найти помощь. Где же ты помощь найдешь? Что у нас на задании? Подберите плод. Что за плод? Какие-то ягоды целебные. Ух ты, кабан. Напугал. Ага, задание у нас на том дальнем острове. Поэтому быстренько на плод. И едем искать ему чудодейственные ягоды. Кокосик надо взять, самому слопать. Ага. О, здоровье поправили. Ну что, поплывем за чудодейственным плодом. Так, залезли. Теперь опускаем парус. Да что такое, блин, не опускается. О, все, опустился. Берем управление в свои руки. И вперед. У нас еще время заканчивается. Но я думаю, управимся за отведенное нам время. Иначе Ник помрет. Все, поплыли. Так, вот я приплыл на этот остров. Теперь поищем этот плод. Осталось 18 минут. Долго я плыву, кстати. Минут 15, наверное, я плыву. Обалдеть. Ну, тупик. Надо как-то на гору забраться, да? А где же нам найти путь? Попробую здесь обойти, может здесь заберусь как-то на ту гору. Главное не сорваться. Но здесь, походу, я тоже не заберусь. Так, попробую еще теперь с этой стороны поискать где-то проход. Должен же быть проход.
Блин. Чуть не убился, чудом остался живой. Смотрите. Весь экран в крови. Не хотелось бы еще раз это задание выполнять. Тихо-тихо, аккуратненько надо слезть. Какой-то остров, весь в склонах, хрен заберешься. Да, бля, опять нету прохода. Ну попробую ниже спуститься. Пока идем. Ну да, понизу проход есть. Аккуратненько, потихонечку. По-моему, забрались. Ну что, осталось совсем чуть-чуть. Найдем мы чудодейственный плод. Где же? Вот, добрались. Подберите плод. Блин, и за этим мы шли, за какими-то ромашками. Ну, значит, надо было. Значит, они целебные. Итак, далее нам написали сохранить ник. Что за дурной перевод? Ну, я так понимаю, нужно обратно плыть к нику. И дать ему эти цветки. Или дать, или раны обработать. Что-то в этом смысле. Нам бы еще хорошо поесть что-нибудь найти, иначе сам сдохну от голода сейчас, а? Побегаю. Олень, да есть, но сырого ты же его не будешь есть. Ну. О, наше спасение, яблоко. Слава богу, а? Яблоко съедим. Все, немножко хоть голод уменьшился. Я думаю, оббегать не хочу, лень. Попробую спрыгнуть. Да. Да, спрыгнул. Ну, теперь на плот, и за 14 минут нужно добраться до ника. Так, отлично, все мы успели, остается 7 минут и все, вот оно, успел я, да, спасти ника или что там. Не, живой еще. Ник, не умирай, не оставляй меня. На тебе. Я принес волшебный плод. Если бы не ты, я бы умер. Спасибо тебе, Джек. Спасибо. Настоящий друг. Так, что он говорит? Он принимает решение, хочет уплыть отсюда на плоту. Предлагает мне с ним плыть. В открытый океан. Так, остаться на острове, дождаться помощи или попытаться найти помощь в открытом море вместе с Ником. Не, я останусь. Глупая идея плыть с тобой в открытое море. Плод разломается, акулы сожрут. А он уплыл. Хороший друг, да? Я его спас, он забрал плод и уплыл. Так, а у нас по заданию теперь собрать бревна и выложить знак помощи. Ну, займемся сбором бревен. Выбор-то небольшой. Долго я бегал, скажу сразу. Оказалось нелегкой задачей собрать бревна. Даже пришлось
за несколькими плыть на первый наш остров. Но собрал я необходимое количество бревен. Сейчас выложу знак СОС. Вот они, последние два бревна. Самое тяжело было найти, почему, не знаю. Ну, где наш знак помощи? Ачивочка выскочила. Да нет, по-моему, не СОС он написал. Help! Help me! И новое задание. Ля, я думал, будет конец. Дождаться спасателей. И сохранить свою жизнь. Сколько мы будем ждать? Не знаю. Ну ладно, побегу. По острову буду бегать. Делать нечего. Бегал. Целый день. Целый вечер. Вот уже ночь. Нашел кучу крабов. Сейчас пожарю краба, съем. А спасатели так и не приплыли еще. Может, на рассвете приплывут. Посмотрим. До утра осталось здесь немного. Покушаем кокосиков. О, все. Выполнено задание. И нам нужно проверить приют Ника. А что там в этом приюте Ника? Сказали забрать якобы листья пальмы. Ну, победим. Может пригодятся. Осталось немного. Да, целую игру бегаем туда-сюда. Ну, в принципе, не было бы заданий. И не было бы игры. На то он и сюжет. Ну, с одного конца острова в другой бегать, конечно, тяжеловато. Так, листья, бревна. Забирать, наверное, надо. Обана. What are you doing here? Why did you come back? Откуда он тут? I guess it was a bad idea after all. Raft has been badly damaged by shark bites. Ага, плот его был поломан. Чуть акулы не сожрали. There's no escape from this island. We will probably die here. Как я говорил, глупая идея. Хорошо, хоть я с ним не поплыву. I was wrong about going, and I'm sorry about bad things that previously happened. Да, идея, он говорит, была плохая, провальная. We've gone through a lot of bad things. We need to think positive. It's конечно, just a matter of time when we'll be rescued. Так, я нашел это место. Отсюда открывается красивый вид. Какое место? Где? Блин, я думал, вообще игра уже должна закончиться, но нет. Так, задача забраться туда. Куда туда? А вот куда. На горы какие-то забраться надо. Это по этому бревну идти, что ли? А, запрыгнул. Да это не бревно, это каменный мост целый. Ну, прыгай. Так, дальше куда? Ой, тихо, можно сорваться. Ну, надо перебраться по бревну. Как-то тут как бы не упасть, а? Ой, аккуратночка. Фух ты, перебрались. Еще назад как-то возвращаться надо будет по этому склону. И что нас здесь ждет? It was a long day. I will miss this place. Какой длинный день, я буду скучать по этому месту. Глупость какая-то. Несколько дней спустя.
Когда же мы уже выберемся, а? Ну, давай быстрее иди. Что там увидим в очередной раз? Еще один самолет или еще один корабль? Или просто галюники будут? Нет, корабль. Действительно, вижу корабль. Ник, смотри, там корабль. Ура, наконец-то мы вернемся домой. Скорее побежали в хижину, заберем все, что нужно, и на корабль. Итак, сейчас соберу всю еду и побегу с Ником на корабль. Какой-то баг, пол тела видно. Или неудачно наклонился. Так, надо поесть. Еще семян целая куча у меня. Огород я уже собрал один раз. Тут что классно, это вырастил я папайю, собрал сразу 3 фрукта дало. С помидор тоже 3 фрукта. То есть овощ. Ну что, почти добегаю. Надеюсь, там корабль нас ждет, и мы отсюда уплывем. Корабль, смотрите, корабль стоит. Люди. Ой, что-то не то, они с автоматами. Пираты! Да ну нафиг! Вот это поворот! Ника убили! Ёксель-моксель! Текаем! Ого, стреляю! Главное, стреляют, и никто не попадет. Давай, 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 бегим дальше. А то убьют нафиг. Ну что, вроде оторвался. Ну, по крайней мере, хоть не стреляют. Да, вроде никого не видно. Ага, мимо пошли. Не заметили. Фух ты, пронесло. Да, интересный поворот судьбы. Мало того, что Ник вернулся, его еще застрелили. И? Так, попытайтесь пробраться мимо них и обретите свободу, угнав их корабль. Или убедить пиратов спасти вас. Не, спасти они не спасут, я выбираю угнать корабль. Ник, я отомщу за тебя. И где я появился, не пойму. Какой-то
остров с водопадами. Да, интересный поворот. Ну что, тогда предлагаю сохраниться и закончить на этом эту серию. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока, до следующей серии.